маркеровлению есть такая вот управляющая панель, в которой, как и в обычном компьютере в материнской плате, есть батарейка, которая позволяет ему запоминать информацию, как он работал до выключения. Ну и такая батарейка может иногда сесть, и ее бывает необходимо заменить. Для этого нам нужно будет открутить винтики со всех сторон. Сейчас мы их открутим, покажем, что будет дальше. Открутили мы по периметру винтики, вот снизу 3, там по бокам по 2, в общей сложности 9 штук, крестовой отверткой. И сейчас при помощи плоской отвертки нам нужно будет поддеть, вот тут уже немножко поддели, вот так аккуратненько, со всех сторон по периметру крышку эту поддеть, чтобы ее аккуратно снять. Так, мы ее отделяем и видим внутри плата, в которой есть вот такая батареечка маленькая, плоская. Мы ее достаем, заменяем на свежую. Вот мы ее заменили. И точно так же в обратном порядке ставим обратно крышку, прижимаем. Под норку не очень удобно. Прижимаем и закручиваем все винтики на места. После чего у нас будет панель снова работать в штатном режиме. Вот мы его собрали, отключили. Вот он у нас уже и работает. Сейчас запустится, и можно будет продолжать с ним работу и тестировать его на всех режимах.